Никита Ефремов пробил дно. Недавно на него посыпалась уйма хейта и очень много претензий якобы за паленые кроссовки в его магазине. Какой-то блогер выпустил видео разоблачения. Также Даня Кашин выложил свои возмущения. По документам, ну, я говорю еще раз, ребята, по моему мнению, это паль. А кореш, наоборот, поддержал Никиту. Этот бы человек сам бы, если, типа, там, разоблачение, что у него там паль есть в магазине, я уверен, что этот человек бы не стал подставлять свое имя. Сам же Ефремов выложил видео без какой-то конкретики. За всей ситуацией следите в телеграм-канале в профиле.